Позвольте представиться, Дюдюка Барбидокская. Пошли трубку. Твой внук. Алло. Алло, ба, привет. Привет, внучара. Бабушка, ты приехала? Ну, конечно, приехала. А ты что, на мой инстаграм не подписан, что ли? Я же это, геолокацию включила. Нет, бабушка, не видел. Ага. Кстати, слушай, внучарки, ты это, на одноклассники мне больше не пиши. Удалилась я оттуда, ва. А почему? Одноклассники закончились. Родители сказали, как же так, с каких же лет? А родители сказали, что такого слова нет. Я у зеркала стояла, может час, а может два. Даже ноги загудели, заболела голова. Вижу четко, вижу ясно, ну какой же тут секрет? Ведь такого не бывает, жопа есть, а слова нет. Долго думала, гадала, может я плохая дочь. После этого скандала не спала совсем я ночь. А на утро я решила, мел у брата попрошу. И на всех заборах крупно слово «жопа» напишу. А на утро я решила, мел у брата попрошу. И на всех заборах крупно слово «жопа» напишу. Все девчонки бегают за тобой. Что же тут поделаешь, если ты такой? Я бы тебя спрятала в роще за рекой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Ты не видишь Шоли, Шоли Анджелина Джоли. Мне не надо напрягаться, чтобы в жизни состояться. Сыночек звонит. Алло. Мамочка, привет. Привет, как ты поживаешь, дорогой? Хорошо. Мама, мне нужна твоя помощь. Конечно, дорогой, сделай все-все-все. Мне нужно файл с компьютера по почте отправить. Может, я тебе лучше компьютер по почте отправлю? Нет, мамочка, я в Европе на конференции, а нужный файл остался в домашнем компьютере. Ты меня не путай. Базиль, ну когда я тебя путала? Ты меня не путай. Ну, когда я тебя путала? У нас 4 золотых? 4. Ну, 4 на 5. Не делится? Не делится. Вот я себе это не делюсь, половину и возьму. А вы долго вы будете меня снимать? Долго? А какие у тебя сегодня еще дела? Какие? Дела поиграть. Прости, что мы вмешались в твои дела. Мам, не вмешайся. И папа. Ребят, сейчас пришла из магазина, короче, рядом с домом. Я вообще поняла, что я у них там внештатный бесплатный директор. Ну, вот сами посудите. Я, когда туда прихожу, заставляю все кассы работать, продавцов ценники поменять, свежий товар, чтобы на полках был, огнилой заставляю брать. И главное, понимаете, продавцы, они меня любят, здороваются, улыбаются, разговаривают со мной.